Первое в этом году заседание комиссии по работе с налоговыми должниками прошло в районной администрации. На встречу пригласили представителей 20 компаний. В их число вошли «Автек», «Царский лес», «ФГУ», «ДЭП номер один», «ГЭМА Инвест», «Полюс Возрождение», «Мобиус», «Стройтехинвест», «ГИСБИС» и другие. Общий объем их задолженности составил порядка 54 миллионов рублей. Суммы по каждому отдельному случаю варьировались от 73,5 тысяч до 31 миллиона. Часть физических и юридических лиц не пришли на заседание, потому что успели погасить свой долг перед бюджетом. Суммарно они выплатили 3 миллиона 425 тысяч рублей. Те же, кто явился на встречу, а таких оказалось меньше половины, лишь обозначили причины, по которым они не платят налоги. Отсутствие денег, снижение прибыли, различные судебные разбирательства. Подобные объяснения комиссию не удовлетворили. Виновникам поставили жесткий срок для перечисления необходимых сумм — 15 февраля. В противном случае им грозят серьезные санкции. Бизнесменам еще раз напомнили о важности грамотного финансового планирования, ведь долги придется отдавать в любом случае.